Мы приехали в парк. Видите, туалет. Дорожка велосипедная. А это накачка для велосипедов. Класс. Бесплатная. Это пляж. Это план. Bicycle trail. Как на велосипеде можно кататься. Это, наверное, пикники. Это туалеты. Вот еще пикники. Это там, где можно рыбу ловить. Там, где нельзя ловить рыбу. Видите? Вот где можно. Туалет, 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 туалет. Видите, даже можно на wheelchair. Вот значок. Тут могут люди с ограниченными возможностями тоже быть. Слышите, как шумит лес с этими кузнечиками? А я хочу найти здесь оленя. Так что, если велосипед будет, мы, конечно, в сторону отойдем. Извиняюсь, велосипедисты, но я хочу найти оленя. Там прудик какой-то маленький. Написано, с какой скоростью ехать можно. 15 миль в час. Я такого еще никогда не видела, чтобы была велосипедная дорожка. Ну, то есть я в Америке видела, в России нигде не видела. Чтобы тут жили олени, ну, пока еще не видели, но, наверное, это жарко, они прячутся. И такие сильные звуки кузнечиков. Это прям в ушах стоит. Не знаю, слышно на видео. Не слышно, но очень жестко такие. Такое у-у-у-у. Жесть. Наконец-то. Сейчас подойти, как подойти нужно. Сейчас я покажу. Вот видите, да? Видите, что им жарко. Им реально жарко. Класс. Вот они, олени. Элкс. Привет, Элк. А тебя не видно, да? Ты хитренький, да? Ты хитренький, да? Ну, I don't blame you. Очень жарко. Мы сейчас на пляж поедем, а ты, бедненький, лежишь в тени, да? Тебе тоже хочется купаться. Эти bugs, do they bother you?